прям. Это Алексей купается. Ну как купается? Не купается точнее, а... раздевается. Да. А стоит ногами в воде. Обмывает ноги, потому что у него ноги в песке, а у меня ноги в песке. И эти ноги надо было как-то смыть их. Песок, всякую такую мелочь. Стриптиз. Даёшь, удивляется тому, что происходит, потому что она меня полчаса или час уговаривала зайти в воду, и я не заходил туда. Ну да, было такое. А теперь она уже оделась. А я пошел. Ребят, всем привет, меня зовут Даша, вы на моем канале. Вот, а это Алексей, и вы тоже на моем канале. И он тоже на моем канале. Да, вот. Мы собираемся сейчас на автобус в Подольск, в Московскую область, по делам. И, ну, для начала в гости к Ксюхе, которая там проживает, ну, это понятно. Вот, и собираемся. Мне нужно с собой взять кучу-кучу разных вещей. Юбка, платок, потому что там, вероятно, я захочу сходить в храм, который есть в Подольске. Ну и куча вопросов, которые нужно будет решать. Вот. В связи с этим я сейчас собираю, я возьму с собой несколько вариантов шорт, вот, чтобы в одних поеду, несколько с собой возьму, плюс юбка, в любом случае. Пару футболок, карты тройка, потому что мы так и не поняли, это в том, что замечательно, что Подольска едет или до Москвы, до Саланина окончательно, и поэтому мы спросим у водителя, где он останавливается, и там дальше уже решим по ходу дела. Короче, мы уже стоим на остановке, ждем троллейбуса до автовокзала. Вот. А Лёшка меня проводит в гости к Ксюше. Ну, я буду ехать в гости. А потом вернется сюда. Посмотрим, как все будет продвигаться, я не знаю. Сейчас в любом случае едем в Подольск до Ксюшки. А потом уже... А потом посмотрим. Вот. Мы на остановке, которая возле нашего дома. И скачем в сторону. Туда куда-то. Далеко-далеко, ребята. Очень далеко. Вот. Так что так вот. Мы ждем автобуса на автостоянке. И, короче, он опаздывает уже изрядно давно, потому что 50 минут он должен быть уже 0:21, а он должен быть 23:50. И в связи с тем, что он опаздывает, мы стоим ждем, но мы дозвонились, короче, сначала на горячей линии Босфора. Они сказали, что такой информации не владеют. Но звоните напрямую водителю, на билете номер водителя. Я удивлена, что на билетах номер водителя, но вот как бы так. Мы дозвонились туда, и водитель сначала сказал, что он подъедет, сказал номер машины, да, а потом сам перезвонил и сказал, что типа через 5 минут уже буду, типа, ну окей, ждем, хотя у меня ощущение, по ощущениям, что уже минут 5 прошло, но там плюс-минус 5 минут, я так думаю, да, правильно? Где-то так, потому что, ну, четко курироваться на то, что 5 минут точно, потому что, ну, мало ли, там где-то по Брянску пробка будет, еще что-то, кто знает, какие-нибудь заторчики, еще что-нибудь, то есть, в принципе, плюс-минус 5 минут, может быть так. Так что пока ждем автобуса, стоим, вот тут с одной стороны какой-то автобус, но это не тот, потому что наш Каримов Москва, а это просто автобус, да, с одной стороны. И там сзади автобус, который никуда не едет. Тут Лёшка ходит тоже. Вот. Ок. Кстати, круто. А, я думала, будет Мерседесик, а это, посмотрите, какой красивый. А, ну это Мерседесик. Ну, Брянск, Москва, 0.73. 0.73. А. 0.73 прям. Это явно не наш, короче. Это точно не наш. Наш 0. А наш какой? 4. Сколько он сказал? 3. Брянск, Москва написано. Нет. Номер, во всяком случае, не совпадает. Номер маршрутки, но Брянск, Москва. Мы уже приехали в Москву, это Саваньево. И в Москве есть такой интересный аппарат, который бесплатно выдает нямку. На один номер телефона один пакетик нямки. Там жидкой или вот такой, там не столь важно, как бы, да? Обычно он дает жидкую, а сегодня он решил... И дримсики, и это самое, как бы. Так вот, у нас же номеров телефонов много, как бы, поэтому мы нахватали по максимуму. Номеров телефонов много, у нас и котиков много. Как бы, да. Так что тут все честно. При том, что оно давало пакетик вот такой жидкой штуки и пакетик дримсиков, а один раз, короче, вот так вот оно давало. А на один пакетик оно дало, глюкнуло и дало два пакетика дримсиков, и это очень прикольно. Мы, короче, приехали в Москву. Я сейчас глотну элеутерокока себе чуть-чуть. У нас есть стакан, я у него задела элеутерокок, но после того, как мы в туалет сходим, потому что
вот там вон туалет, короче. Мы сейчас в него сходим и будем прыгать в метро, ехать дальше до Ксюши. Все знают, какая Ксюша. Это, в принципе, объяснять даже не буду. Вот. Лёшка. Почему? Ну, потому что все знают, какая Ксюша. Я даже с ней онлайн-трансляции проводила на тему гипноза. И шо? Доброе утро, товарищи. Я доехала уже до Подольска, потому что после того, как я доехала до Подольска, я легла, поспала. Меня положили чуть-чуть спать, ну и не меня, но в любом случае. Лёшка, мы поспали, сейчас проснулись, и дальше будем что-то делать. А, пока только размышляю на тему, что. Ну, а дальше будем что-то делать и все такое, пока в любом случае. Нужно проснуться, глотнуть чего-нибудь, вдохнуть чай, чай того формата. Ну а дальше уже, исходя из ситуации, вот пока. Ой, вода. Да, ребят, доброе утро, мы доехали, мы приехали. Этот автобус ехал, как выяснилось, не на Подольск. Хотя я предполагала, что он будет на Подольск ехать, потому что я покупала билет до Подольска, да? Он ехал до Саларьева, от Саларьева мы уже ехали там, ну, вы видели, там Царицыно, то есть, ну, по метро, по электричкам, по автобусам. Потому что тоже как бы надо было доехать. Вот, и мы проснулись. Вот, и сейчас планируем не зевать. Дашка, ты не представляешь, что тут было. Что? Расскажи. У меня чуть пожарный. А почему? Ты видишь, ничего не замечаешь? Не, ну печку новую вижу. Вот. Мне пожар, чтобы не устроила капель. А что случилось с ней? А видать, предохранитель ёкнулся. И она греется не от термостата, а сама по себе. Ну да, если она сама по себе греется, тогда да, две комфорки без выбора накрываются, и это капец какой-то. Я бегом, бегом. Комфорку без термостата, а потом она начала сгорать. А, жесть. И потом, и побежала я, короче, в магазин, и купила я безопасную штуку. Ну да, печка нужна, потому что без печки как ты себе банально даже поесть приготовишь. Если захочешь. А я еще только начала жарить картошку. Еще условно говоря, чай в электрочайнике можно сварить, но хотя в электрочайнике можно сварить яйца, например. Когда была Пасха, и я жила в Харькове, и мне на Пасху нужно было покрасить яйца, очень хотелось. А тогда печку еще не принесли, то есть не было печки. Я в хостеле жила. Печки не было, и поэтому все там дошираками кто чем питался. А у меня же как бы Пасха, дошираки дошираками. Но дошираки-то ты не осветишь в этом в церкви. Это как жила, бы. И я в электрочайнике. Я в электрочайнике яйца сварила. Желудок посадишь. Чем именно? Дошираком кого-то посадишь на твоем желудке. Ксюш, слышала звон и не знаешь, где он. Даша одну сказала, ты другую не слышала. Ну, я она тебе рассказывала о том, что она варила яйца я в инсалле. Я слышала, да. Но дошираком ты далеко, да, не уедешь. Поэтому... Неожиданно. Так. Ты мне решила тренинг устроить. Шукаренько. Хорошо, что не фенгелем. А? Хорошо, что не фенгелем. Ты знаешь, что такое шукаренько? Знаю. А ты знаешь, такое фенгелем? Мы в центре Подольска, на фоне такой танцующий фонтан. И Ксюшка решила насладить в караоке. Вот, и мы пойдем сейчас в него. Будем петь песенки всякие разные, разные, ой, разные. Вот так вот, на фоне танцующий фонтан я уже это показала, что ребята как-то так. Пока идем развлекаться немножко, отгружаться, развлекаться, разгружаться и все прочее, всякое такое. Thank you.
Я жду тебя, облака, огнём горя.
Yeah.
делаю перекусить, потому что кушать, ой, надо, да. Потому что кушать-то хочется, это в плане перекусить. О, все, сварилось. Это немного кукурузы. Такой вкусный, сладкий, в принципе, сахарный. Вот, я сейчас хочу это... Сейчас хочу достать от всего, да, все, в чем эта кукуруза варилась, то бишь тарелка, которую всегда в кукурузу я кладу по привычке, ну, не то, что по привычке, просто по традиции нашей семьи, ну, у моих родителей, когда готовились кукурузу. Кстати говоря, что интересно, клалась всегда сюда тарелка. В кукурузу, опа! А еще закладывалось, если вы видите, эти очистки кукурузные, ну, которые со шкурки верхней. Я приехала в Подольск, объясню почему. Потому что в Брянске очень опасно сейчас. Почитайте новости, если кто не читал, если кто не понимает, почему опасно, да? То почитайте, в принципе, новости. Это все... Опа. Почитайте новости, и, в принципе, я думаю, что... Сразу станет все понятно, да, почему? Потому что там ракетные атаки, и войска, и так далее, и так далее. Поэтому Лёшка сказал, что мне нужно ехать в Подольск. Мы будем вообще переезжать, скорее всего, либо в Подольск, либо куда-нибудь в Подмосковье. Посмотрим, куда, потому что мы еще не определились с местом, да. В любом случае, до 1 сентября я, скорее всего, буду здесь, потому что Лёшка сказал, что ему, если я буду здесь где-то, так будет спокойней. Он там будет с котами останется. И, кстати, он будет какие-нибудь видео снимать оттуда и показывать, да, как там, что у него проходят дни. Если вам интересно, я попрошу его, напишите только в комментариях, я попрошу его, и он... Ой, мама дорогая. И он поснимает немножко, скажем так, свой быт, свою жизнь. Ну и то, как он там живет. Я думаю, что Лёшка будет не против. Он завтра, он меня проводил до Подольска, то есть сейчас я в Подольске, но завтра он уезжает из Подольска, и завтра его уже здесь не будет, но ближе к вечеру, наверное. Вот, как-то так. Я сейчас планирую по кукурузе мы поедим, перекусим кукурузой, потому что это действительно вкусно, это классно, это кайфово. В общем, короче, ням-ням-ням. После... Ой, мама, дорогая. Просто... А, ничего. Вот, после чего я помоюсь и буду готовиться ко сну. Ну, еще немножко помонтирую ролик, посижу, возможно, в чате, и помонтирую ролик, потому что это, в принципе, нужно, да? А потом посмотрим. Либо будет здесь сниматься посуточная квартира, та, которую мы снимали для Ксюши тогда. Либо я буду у Ксюши сидеть, либо что, мы еще не решили, не определились. В любом случае, я здесь, и это хорошо. Ну, а дальше решим, посмотрим, как там, что будет. В любом случае, завтра я провожу Лешу, завтра я еще у Ксюши. А там посмотрим. Там квартира, она впритык с Ксюшей. Ну, то есть это Ксюша, она впритык, да. Поэтому будет близко. И, в принципе, посмотрим дальше. Планируем переезжать из Брянска. Валить будем, прямо говорить, да. Когда, я не знаю, что там как. Пока что Леша будет смотреть варианты за Брянском. Я тоже буду смотреть варианты. И потом, когда найдется варианты, я его сниму, например. Или Леша его снимет где-то, да, там. Тогда уже будем перевозить туда котов и это самое. Так что вот так вот. Но это видео, ребята, я буду заканчивать. Мы сходили в караоке, классно попели. Так что, в принципе, всем пока, хорошее настроение. Хорошее настроение, да, всем пока. Всем до завтра, до новых видео. Всем радости, мира душевного. И всем крепкого здоровья, всем всего хорошего. Всем пока, ребятки.